В советское время эта гантель стоила 1 рубль 90 копеек. Сейчас гантели стоят дороже водки. Будет хардкорная треня в хардкорном помещении. Сейчас посмотрите, что тренироваться можно везде, всегда. Было бы желание. А для этого нам понадобится только штанга и гантели. И тренировка будет проходить в домашних условиях. Сахар, дорогие друзья, по вкусу, быстрые углеводы. Здесь у нас 150 грамм творога и 200-250 миллилитров примерно молока. Это разовая порция для приема. До тренировки такая же будет после тренировки. Добро пожаловать в спортзал. Самодельная груша, как видим, набита песком и щебенкой. А здесь все по-спартански. Было бы желание. Стойки, две табуретки и доска. Самодельный гриф, который сделан из трубы, как вы уже, ребят, заметили. База гантелей разборные и неразборные, литые, чугунные. Гиря 24 килограмма. Разводочка с гантелями. Базовое упражнение. Даже зимой братуха здесь качается. Вон, как заметили, у него электрический камин рядом с грушей. Его включает. Ей пошла жара. Было бы желание, дорогие друзья. Тренироваться можно всегда и везде. Треборами, когда занимался, я час только делал жим лежа. А зачем так? Ну, потому что там разминка была очень длинная. Вот, и потом работа с основным весом 5 подходов. Вот, по 5 раз. Шло еще из-за того, что долго, потому что когда рабочими весами своими ты когда делаешь, что отдых получался между подходами где-то по 5-6 минут. Вот, и того получалось 5 подходов, они как бы растягивались на достаточно такое длительное время. Ну и плюс еще разминка. Разминка составляла где-то подходов 5, наверное. Да, 5 подходов разминка и 5 подходов основным весом. Рабочих, да? Да, итого получалось 10 подходов. Отлично. И точно так же на становую тягу и на ноги. Когда тренировал ноги, тоже, в принципе, уходило целый час, короче, на приседания. Вот, и становую тягу тоже. Точно так же. Потому что упражнения базовые. Вот, и как бы был упор на них, потому что на соревнованиях, ты считаешь, именно эти упражнения. Ну и да. Чтобы достигнуть больше веса поднять, да? Да, конечно. Вот. Ставишь определенный там свой план, который ты должен сделать. Вот, и потихонечку каждый раз прибавляешь. Вот. Ну и естественно нужно было делать такие еще дополнительные упражнения, чтобы был максимально это самый большой вес, чтобы, допустим, ты когда приседания делаешь, вот,
чтобы тебе уже как бы попроще было идти вверх. Смотрите-ка, друзья, Алексей тут как продумал-то четко, видите? Скамья Скотта в домашних хардкорных условиях. Ключ, друзья, регулярные тренировки и регулярное питание. Красавчик! Никакой химии, друзья! Регулярные тренировки и грамотное питание. Посмотрели вы тренировку в домашних условиях, так что делаем выводы. Было бы желание, тренироваться можно всегда, везде. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я же с вами не прощаюсь. Всем мир. До новых встреч, друзья. Like it when I'm all up in there. I'm finna win it like I win stacks. Every single that I'm in, man, it's been fat. These haters all get whacked when I spit max. These haters all get bit in the pit fast. You better get cracked, so you better move back. Y'all don't wanna play with a pro, not today. I'ma make you wish you were gone, MIA. You gon' be my bitch, be my pawn when I play. You gon' be my bitch, take my palm to the face. You know I mean biz when I'm on fucking stage. You ain't never gonna get me to be tame. I go insane, you can't detain this B.O. when I came to stay.